Картина «Нежность» выполнена в технике интуитивной графики с закрытыми глазами. Такая способность у меня открылась после 25 лет духовных практик. Занятия йогой, цугуном, танцы, даосские техники, постоянное путешествие, треки и паломничество по святым местам открыли такие способности. Чтобы выполнить картину, надо выполнить 4 этапа. Первый этап – это желание. Выполнить одно из состояний. Картина состояния, картина ресурс или картина код или картина энергия. Что такое состояние? Состояние восхищения, удивления, красотой, природы, явлений, линий женщин, мужской силы. Картина ресурс создается под желанием воспитать в себе и развить некоторый, взять себе ресурс на самоутверждение, на любовь к себе, на гармоничные отношения в семье и многое другое. Картина энергия – это прочувствовать и прожить энергетические составляющие, такие, например, энергия денег. Как она? Как можно изобразить эту энергию денег? Энергия изобилия. Что это такое? Как это отобразить в явлениях? Энергия гармонического тела, ума и разума. Как это все сделать? Картина код позволяет закодировать некоторое состояние в картину, которая будет считываться дальше при ее прочтении. Как, например, развитие успешного бизнеса, расширение границ бизнеса, экспоненциальный рост бизнеса, денежный поток усиленный. Как это интересно все изобразить? Все это проживается состояние на втором этапе. Идет процесс медитации на это состояние, проживание его. На третьем этапе возникает альфа-тета состояние моего подсознания, которое расширенное и очень тонкое, которое знает все абсолютно в нашем мире. И на четвертом этапе происходит этап трансформации из состояния в картину. Картина «Нежность» имеет интересную историю. В некоторый момент времени мне захотелось узнать, кто я, какая я. Медитация была на свой внутренний и внешний мир. Рассматривая картину, я могу ее так трактовать. Я вижу профиль мужчины в картине. Это говорит, что так меня видят другие люди со стороны. В контурах женское тело я чувствую, что эта женщина наполнена нежностью. Красивая, сексапильная, скромная, таинственная, глубокая натура. Я часто задаю вопросы своим друзьям. А что вы видите и как вы понимаете эту картину? Приходят очень разные, интересные, необычные, правдивые ответы. Они же и меня и учат, расширяют мое видение мира. И я бы хотела сказать, а как вы видите эту картину? Кто я? Какая я? Hello, morning, Tara. It's very interesting. What do you feel with picture? Oh my God, it's your picture is very, very nice. So, because you can description your feeling and your brain and your concentration on for the compass like that. And I like it and I love it. This is really, really thank you very much. Thank you. Can I look this picture with love? Where picture with name love? I think this is my favorite your picture, please. Yes, is it love? Thank you very much. Sure. I wish your hotel, your life, your family very good live. Thank you. Enjoy my picture. Thank you. I will. May God bless me. Thank you. Thank you. Good.